Добрый день, уважаемые подписчики. С вами Мороз Алексей, компания «Кровмонтаж». И я сегодня вам представлю новый объект. Кровельные работы, как правило, они сезонные. Но бывают такие случаи, что клиента вынуждает обстоятельства заняться ремонтом кровли зимой. Мы беремся за работу в зимних условиях. Наш объект находится в Истринском районе, в деревне Куртниково, в коттеджном поселке. В доме сделана полностью внутренняя отделка, хороший качественный ремонт. Дом этот был, конечно, куплен в таком состоянии. Наш клиент не строил его сам. И, включив тепло, он понял, что в доме холодно. Возникает конденсат, капает с кровли, с потолка. Человек вложился в ремонт, а в итоге пропали деньги и время. Ожидаемого результата так и нет. Поэтому компания «Кровмонтаж» здесь. Нам нужно сделать капитальный ремонт кровли с полной заменой всех комплектующих и утепления. Задача не затопить клиента. И поэтому клиент обратился к нам, компании «Кровмонтаж», чтобы мы произвели гарантированный ремонт мансардной кровли. Компания «Кровмонтаж» такие сложные задачи выполняет. Подшивка кровли была исполнена имитацией бруса и прокрашена. Что здесь много открытых зон, открытых террас, балконов. Решили сделать обшивку дома металлическим софитом. Металлическая подшивка будет выигрышнее смотреться. А еще она необычная, а покрашена в цвет дерева. Давайте вблизи познакомимся с этим отделочным материалом. Как правило, софиты все однотонного цвета. Этот выполнен в структуру дерева. Цвет называется темное дерево. Снизу будет казаться, что свес подшит натуральной породой дерева. Соединительная линия замка, вот сюда вкручиваются саморезы, крепеж. А следующий лист уже входит, перекрывает эти саморезы, входит в паз. Сейчас мы вместе с вами смонтируем участок балкона. Нужно исполнять и вырезать очень аккуратно, чтобы повторять структуру бревна, его выпуклости все. В вашу планку входит 2 сантиметра запаса. Болгаркой металлический софит резать не нужно. Как раз для этого предназначены просечные ножницы. Металлический софит выполнен по длине 3 метра. Балкон большой, 3 метра не хватает. И мы делаем стыковочную линию. Это называется H-молдинг. Очень удобная вещь. Видите, я руками сгибаю. Можно повторить угол кровли. Вот таким способом мы подшивали свесы кровли. Вот такой комплектующий называется фризовая полоса, либо лобовая доска. Она закрывает карнизную часть кровельного свеса. Рабочая плоскость где-то 25 сантиметров она прикрывает. Но это довольно-таки широкий карниз. Эту крышу мы планируем крыть металлочерепицей. Производитель, завод CSIB, концерн, толщина 0,5. Цинка 275, Пурал, матовый, гарантия 20 лет. Особо длинные листы нужно нести правильно. Длинный лист два человека возьмут с двух сторон, он будет нестись и прогибаться, нарушаться герметичность вот этих замков. Поэтому длинные листы нужно нести боком, тогда лист не деформируется. Сейчас идет обильный снег днем и ночью. Не укрыли бы его укрывным материалом, естественно, он забил это все в обрешетку. И вычистить снег уже из-под обрешетки проблематично. Подтаял снег, а потом ударил мороз. Надо было чистить древесину скребками. Взялась бы льдом в сантиметр толщиной. Бесполезную работу не делать, лучше использовать укрывной материал. Подавай лист! Обрешетка делается по осям 35 сантиметров. Куда бы мастер ни целился в этой точке, он попадает в обрешетку. Алексей, почему важно, чтобы саморез был именно под волной? Объясню. Потому что черепица имеет все-таки форму ступеньки. В нижней части, видите, она прилегает к обрешетке, а здесь он уже не будет доставать. Второй аспект, находящийся под волной саморез, снизу не просматривается, его как бы не видно, он находится в тени волны.
это эстетика. И третий аспект, лавинообразно, если сойдет снег, саморез тоже остается под волной, он проскакивает, и вода, и так далее. Мы меняли новую водосточную систему, желоба ставили. Для начала ставится капельник конденсата в эту область. Он загоняется под брусок и под гидроизоляцию. И дальше там идет сеточка для продыха. Водосточные крюки длинные крепятся на саморезы. Карнизная планка идет сверху, прикрывает. И металлочерепица. Вот так мы собрали этот узел. Сейчас будем устанавливать снегозадержание. Под переднюю часть ставим две прокладки, заднюю одну из-за скачка вот этой волны. Крутить снегозадержание нужно на пересечении точки кровли со стеной. Мы сделали трубчатую систему снегозадержания с овальными трубками. Накапливающийся снег, он все равно когда-нибудь досъедет. И может натворить беды, если здесь будет находиться автомобиль, либо какие-то насаждения, дети. Снегозадержание задержит, спускающуюся глыбу будет крошить на своем пути. Снегозадержание – это безопасность. В этом помещении недостаточно света. Мы сделаем мансардное окно в этом месте. Мансардное окно уже установлено, и теперь в помещении достаточно света. Мне часто задают вопросы в комментариях, чем вы режете металлочерепицу. Покажите наглядно. Болгарку использовать в резке металлочерепицы категорически нельзя. До сантиметра оплавляется краска вместе с грунтовкой, и потом в этих местах начнет ржаветь. Производитель не рекомендует резать это болгаркой и отрезным диском. Есть в нашем арсенале вот такие просечные ножницы, насадка на дрель. Производительность невысокая, режет оно медленно. Но если вы хотите покрыть для себя дом разово, чтобы не покупать дорогой инструмент, насадка вам вполне подойдет. Присоединяется к обычной дрели. Следующий инструмент, которым мы пользуемся, это именно просечные ножницы. Эта насадка стоит около 2000 рублей. Это стоит 4500 рублей. Но производительность и качество реза уже лучше. Как видите, намного быстрее. Я лично режу кровельными ножницами. А я режу просечными ножницами. И они даже ножницы. Вот давай поспорим на время, кто быстрее порежет. Ну давай. Лады, у нас наметилось соревнование. В нашем случае победили кровельные ножницы. Ножницы рулят. Ну ничего, у меня есть свой выигрыш. Ребята, в чем дело? Хиллари подвела. Трампа-то избрали, а Хиллари-то проиграла. Должок. Наша стройка, ремонт мансардной кровли подходит к концу. Близятся новогодние праздники. И теперь наш клиент с семьей может встретить Новый год под новой теплой кровлей. Пользуясь случаем, хочу поздравить всех своих подписчиков и френдов с наступающим Новым годом. С вами был Мороз Алексей, компания Кровмонтаж. Пока!